Всем привет! А перед просмотром не забудь подписаться на мой канал. Я каждую неделю выкладываю новые ролики и еще множество интересного контента. Так что добавляйся, не хватает именно тебя. Собирать гультерию для дейлика буду в штате Нью-Ганновер. Регион хребет Руанок. Сбор растения будет в окрестностях локации, где некогда упал метеорит в сюжетке. Я отметила 5 точек спавна данного растения, потому что растение спавнится в рандомном количестве. Точки расположены в отдалении друг от друга, так что придется поездить туда-сюда. Где-то всего одно растение, а на другой точке уже две гультерии. В любом случае, пробежав по всем точкам, дейлик можно выполнить. Ролик немного затянулся по причине того, что заспавнился легендарный лось «Темный рыцарь».